У меня друг есть один, строитель, Колька. И я ему говорю: Коля, говорю, ты мне скажи, вот у вас все, у строителей вот это вот все время говорят, вот у нас сейчас, говорит, нулевой цикл, нулевой цикл. Я говорю: это что, говорю, когда? Он говорит: понимаешь, говорит, у нас у строителей бывают такие дни. И вот так он мне карманы выворачивает. Вот, карманы вывернул, говорит, вот, говорит, мы тогда, говорит, фундамент закладываем. Я говорю: надо же, говорю, даже закладываете, говорю, фундамент, я говорю. Хороший, говорю, у вас дни. Я говорю, вот что у вас, я говорю, вот такое, говорю, несущее перекрытие, это как, я говорю. Это, говорит, понимаешь, это, говорит, ты никому не рассказывай, это, говорит, такая история, говорит, если тебя прораб несет, говорит, так, трехэтажным, а ты его перекрываешь еще больше. Он тебе несет, а ты перекрываешь, понимаешь? Вот тут строителей много, ребят, у вас тут. И в конце он мне говорит: знаешь, говорит, ты мне со своими вопросами, говорит, тебе, говорит, плитка отделочная нужна? Я говорю: ну давай. И он мне достает вот эту плитку, говорит. Я говорю: что это? Говорит: вот плитка отделочная, говорит, чтобы от тебя отделаться, понимаешь? И вот я сегодня за ваше здоровье. Мне пить-то нельзя. За ваше здоровье. Я-то пил только всего. Это у меня, знаете, когда было? Это понедельник у меня было один раз. Это с утра. Вот ты смеешься. Почему я точно помню, что понедельник с утра? Потому что как, магазины уже работали, а голова еще нет. Это понедельник. Вот. И помню я, понимаешь, вот помню я, что я сел в свой Запорожец. Вот как сел, я не помню, но точно помню, что сел. Знаешь почему? Видишь, ты не знаешь. Потому что стоя в Запорожец не зайдешь никогда. Никогда. А лежа дорогу не видно. Видишь, у меня логика-то есть, значит, я в Запорожец сел. И помню, знаешь, еще две бабы ко мне прицепились. У меня прицеп у Запорожец. Они прям прицепились. Одна толстая была такая, а вторая еще толстая, две толстых. И помню, они прям заорали, потому что я назад сдал, и у меня прицеп с моста свалился. Они прям сильно закричали, они с прицепом вместе. Но они не разбились, понимаешь? Они прямо там внизу бугор. И они прямо на бугор. А он не пьет. Бугор наш не пьет. Помалу он не пьет. Он с участковым все время спорит. Он участковым говорит: спорим? То говорит: спорим. То говорит: точно спорим? То говорит: точно спорим. Он его раз и спорол погоны нафиг. Бугор наш. Я сейчас про что говорил, не помнишь? Про бугор, во. И там как на бугор выскакиваешь, там поворот резкий, прямо, знаешь, так, на 360 градусов. Направо магазин, налево кладбище, кто не успевает. Там еще знак не поставили, мой дед в свое время, там дуб стоит, и мой дед в свое время об этот дуб чуть дуба не дал, знаешь? Прям на велосипеде, прям разогнался, и прям в лепяшку, в коровью, юдом прям. Дуб спас. Дед дуб спас, потому что дуб молодой был, а дед старый. Старый, он в магазин ехал бутылки сдавать, старую. Я сейчас про что говорил? Хотел вас поздравить с Днем строителей. И знаешь, как я вас понимаю, вашу жизнь, ребята, строительную? Вот я расскажу на примере. Я гулял, значит, ну, со своей знакомой. Мы идем по улице, ну, люк открыт. Она говорит: ну, люк. Она говорит: закройте люк. Я говорю: вы что, обойти не можете? Она говорит: я хочу, чтобы вы за мной поухаживали. Ну, я взял этот люк, закрыл. Она говорит: а вдруг там люди, строители? Я открыл люк. Она говорит: если бы были люди,
то поставили бы ограждение. Я закрыл люк. Она говорит, а вдруг они без сознания? Я открыл люк. А вдруг, говорит, они там без сознания обедают из другой стороны люка, и вы открыли, продует их. Я закрыл люк. Она говорит, вы галстук свой зажали. Я говорю, да черт с ним. Она говорит, это я вам его подарила. Я открыл люк. И вот так я пока с этим люком туда-сюда, я понял, какая у вас у строителей работа тяжелая. Сейчас,